говорим о булочной, об атланте, а не жданчик. То есть в прошлый раз мы с вами говорили, мы сейчас так и будем говорить про угар, раскидывать по лицу и в пах. То есть в прошлый раз мы с вами делали вот это вот, А сейчас мы с вами делаем одной рукой. То есть мы ставим из головы, принесли вид, я уже на нее наступил, после вот этого, бэм! То есть опять ставим, опять, мы должны жестикулировать, мы жестикулируем, слушай, браток, ты че? Вот отсюда сразу, бэм! То есть по времени, я сейчас его не буду бить, потому что, чтобы не сломать ничего, то есть по времени будет... Все, видите, я уже то есть пощечина переходит сразу в 11-й движение. Раз! 11-й удар. Сразу! Помните механизм исполнения. Работает у нас суставчик. Локтевой. Пам. Бам! Я уже наступил. Был вот. О-о! А когда начал бить, уже наступил. Уже наступил. Причем, когда это все в динамике, само по себе вот это действие, наступание каблуками, да, видите, больно. Там все мелкие косточки, там переломы, там травмы. То есть уже человек, мы с вами говорим о самообороне, о защите своей собственной жизни. Что такое защита жизни, да, даже понятие в уголовном кодексе, в статье 37, если смотрите, расширено, да, то, что непосредственно угрожает вашей жизни. То есть если вы скажете, ну тварь, мразь, если вы видите, что человек там на вас нападает, или группа людей, то вы понимаете, что даже если они вас будут бить кулаками, руками, ногами, то это может привести к смерти, к вашей. Случаев таких много, вы не в детском саду живете, розовых очков не носите, все это понимаете, да? Поэтому это все понятно, что группа людей, или человек, который физически здоровый, если он вас угрожал, я сейчас убью и замочу, и агрессия, с агрессией бросается на вас, то естественно вот этим движением мы как бы упреждаем, то есть все, брат, конечно! И вот и все, туда, бух. Скорость очень высокая. Очень высокая скорость. Сейчас я не поклоняюсь, а после ударим. То есть она очень высокая. Видите, нормально. Ударим, брат, и сразу. Вот прям размазан. Восьмой удар. И он, а он в это время кланялся. Бэ! Да, при этом наступаем на ноги. Поехали!